Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. И вы не представляете, у меня вообще из головы вылетело, что сегодня понедельник. Я вчера пришел с работы, не заходил в черепашки, думал, что у нас еще очень много времени, а оказывается, на тебе. Понедельник начался, и Лига мастеров одна звезда. Ядрена ты, Вош, а? Ну пипец, ребята, это же надо было так лопухнуться, а? 55 всего лишь платиновых осколков. То есть меня с Лиги Мастеров скинули за сутки до Лиги Мастеров одна звезда. Гениально просто, ребят. Просто гениально. Так, а по времени у нас что? А по времени у нас, ребята, 4 часа на моих часах, ребята. Это я еще и буст прозевал, грубо говоря. Потому что он начинается у нас в 3 часа, да? А, уже 4. Коломанешечки. Как же так-то? Вот что значит, ребят, когда зарабатываешься на работе, просто теряешь, как это сказать-то? Счет времени, можно так, наверное, сказать. Ну это трэш. Ну, Лига мастеров одна звезда, блин. Ну, я бы в любом случае, ребят, даже если бы вчера бы попробовал куда-то пробиться, максимум 2 звезды, но все равно больше бы получилось бы платиновых осколков, согласись, чем так. Да, что-то мне как-то немножечко взгрустнулось от этого всего. Ладно, уже все, ребят, уже ничего не исправишь. Как уж есть, так и есть. 55 платиновых осколков. То есть 20 осколков мы с вами, ну, просто-напросто потеряли. Дается высшая награда 75. Ай, хорошо, что вообще хоть в Лиге мастеров остались, а могли бы вообще скинуть меня до самого плинтуса, и трындец был бы. Ну что, воин 3 звезды, идем пока неплохо, ребят, но судя по тому, что у нас 93 ранг, я думаю, что мы, наверное, сейчас никуда не перейдем. Сотку мы вряд ли сейчас одолеем спустя час. Как бы кажется, что мало времени прошло, но для этой игры час это... дофига. Просто дофигище. На тебе. Иди отсюда. Пошел вон. Гуляй, Вася. Так, ну, давай посмотрим. Мне просто даже самому интересно, перелетим или нет. Ну, смотри, элиточка. Ой, извините. Но 91 ранг. Ну что ты, ёк-макарёк, закашлял, задохал. Так, 12-13 у нас было, да? Нам нужно что, получается? Ну, слушай, мне вряд ли дадут что-то выше. Чё-то, ребята, опять кашель, горло, блин. Опять под открытой форточкой поспал, называется. Так, давай, раз, два, три, четыре. Ну, тут нам не дадут, потому что... А мы только перешли, ребят, с вами на новый, как говорится, на новую лигу, и у нас маленький ранг. И, видимо, поэтому нам сейчас ничего не дают. Вот сейчас посмотрим. Если выше полтинничка прыгнем, то, по идее, будем. Так, ага. Ну, вот сейчас, ребят, должно быть, наверное, уже... Вот, 12-14, видишь? Они уже сами дают нам. Раз, два, три, четыре. Кстати, заметь, пятого бойца нам не дают. Это уже пятый поединок. У нас должен быть, по идее, пятый боец. Почему его нету? А? Правильно. Задержка в час называется. Она очень сильно сказывается. Так, идеальная победа. И по итогу... По итогу мы с тобой заходим в элиту 2 звезды, а ранг 48. Значит, ребят, да, вот 13-15. То, что я и хотел. Так, 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 так. А вот у нас, ребята, и пятый боец, как говорится, добавляется в нашу команду. Кстати, вы в курсе, что скоро выйдет новая игра, ребят, по черепашкам ниндзя? Вот, я уже, как говорится, посмотрел трейлер. И я скажу, что она очень даже неплоха. Beat'em up, кооперативчик там будет.
И, кстати, там будут новые боссы, ребята, которых еще, как я понял, не было ни в одной из игр от черепашек. Там я видел какого-то бегемота. Бакстер Стокман там немножко переделан был. Кожеголовый прикольный, мне понравился. И, насколько я понимаю, эта игра, по-моему, выйдет в этом году. То ли в сентябре, то ли в ноябре, то ли в октябре. Ну, ближе к концу года, скажем так. Поэтому я с удовольствием буду ее ждать. И с удовольствием, ребята, я ее попробую пройти. А если она еще и в коопе, то можно будет даже с Илюхой зарубиться. Если он, конечно, будет не против. Так, ну что же, перейдем. Да, ребята, мы уже с вами в самураях, что очень приятно радует. Единственное, что меня не устраивает, это наш ранг. Мы с вами как-то очень-очень-очень медленно продвигаемся. Так, 14-17 я выудил. И я смотрю, у наших противников какой там, 40-й, 39-й уровень, да? 39-й, 40-й, а я на 56-х. Ну, есть своего рода опасочка небольшая. Но я думаю, что все-таки мы справимся, разберемся с ними. Так. А ты видел, что Майки стоял, у него из задницы дым пошел? Я так и не понял, это что такое? Это что такое было, а, ребят? Что за дым у него сзади повалил? Интересно. Чем он там занимается? Так, ну что, ребята, у нас 18-я позиция. 13-16, а может быть, вот. 14-17. Ну, по-прежнему у наших бойцов 41-й. То есть даже 45-го ранга у них нету. Так, сейчас попробуем. Массовой атаки нету. Ладно, давай сделаем так. Бросим флакон. Так, добил. Давай, наверное, кофемашину зарядим. Меня, знаешь, что удивляет в этом? Какую же он здоровенную кофемашину, ребята, создал Донателло, чтобы налить себе маленькую чашечку, да? Там просто гений инженерной мысли. По-другому не скажешь. Так, и мы с тобой переходим уже в самураи. Две звезды. Позиция 62. Так, 14-17. Мне бы, конечно, хотелось... Вот. Вот. Вот что мне хотелось, то они мне и дали. Но, ребята, я вам скажу сразу, мы продвигаемся очень медленно. Я думаю, что ты, наверное, это заметил. Вроде бы как бы все хорошо, все, ну, идеальненько, да. Но продвижуха идет медленная. Так, ну-ка, щелкни по носу его. А если кнутом? Отлично. Так, давай бам с плечом. И удар по земле. Прекрасно. Все, они балдеют, лежат. Так, ну а мы двигаемся дальше. Вы серьезно? Вы даже меня в самой 3 звезды не впустили? Вы что, совсем что ли уже, а? На каком, блин, основании-то? Там чуть-чуть, ребята, не хватит. Нет, какое тут... Какая лига, блин, мастеров, ребят? Здесь все. Я говорю, тут надо ловить момент именно сразу же, ребят, как только игра откатывается, сразу заходишь и прям вот на первых секундах начинаешь шпарить. Тогда, видимо, у игры какой-то там сбой происходит, и она тебе дает возможность получить Лигу Мастеров. Тут уже все пропало. С 56-й позиции мы с тобой не смогли перепрыгнуть. Так, сейчас попробуем. Я вижу, что 14-18, хотелось бы, конечно, 15-19, но что-то внутри подсказывает, что, Рейчик, ты 50-й ранг там не взял, там у тебя 54-й, поэтому фиг тебе, а не 15-19. Я прав, друзья мои? Я думаю, что я прав. Эх, придется опять соглашаться с ихними условиями и продолжать бомбить.
У нас уже 70-й ранг вовсю идет, а они до сих пор там топчутся на 46-х. Давай, Крейка. Угу. Так. Паукус. Ну, Паукус, само собой, добивает. 46-х уровней. Крейка плюс Паукус. Ну, самое то. Ну, ты смотри, ну... Все понятно, короче. Мы с тобой даже 56 ступенек за раз не могли проскочить. Просто не смогли проскочить. 15-19. Ну и что мне это даст? Ну, дойдем мы с тобой до лиги. В лучшем случае, ребята, до лиги мастеров 2 звезды. Скорее всего. А то, глядишь, и вообще одна звезда будет. Ну, ничего страшного, ребят. Ой, что я сделал? Завтра у нас еще выходной. Лишь бы меня Ленька, как говорится, не взяла. И мы тогда, я думаю, дойдем до Лиги Мастеров завтра. Начнем с Лиги Самураев, само собой. Потому что нас сбросят, больше чем уверен. Но мы также быстренько сможем, наверное, подняться. Так, давай, раз, два, три... Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот сделаем. Потому что Майки, ребят, надо отыгрывать в крутой команде. Сам по себе он здесь, к сожалению, ничего не решает. Ну ты серьезно? Ну что это, Микеланджело? Ну что это за удар? Ты даже не можешь, блин, противника подбить. Ну господи, ну какой же ты слабак, а? Да, я понимаю, что у тебя там уклонение, всякая фигня, блин. Ну драться-то тоже как-то надо. Ну что это такое? Да, таким продвижением, как у нас идет, я не знаю, куда мы вообще с тобой припремся. Так, Усаги плюс Супер Шреддер, Донателло. Давай, наверное, возьмем Рафаэля. Да, вот так вот сделаем. Ну, тут, в принципе, и думать-то нечего. Берешь всех подряд, и они разносят вражескую команду, так как мы по уровню, ну, очень сильно крутые. Это сотка, а у них там, по-моему, 50 уровней. 50, 55, то есть для нас это шелуха. Как получали от нас звездюлей, так и будут получать. Так, ну что, вот и Сёгун, на ребятушки, 2 звезды. Давай-ка попробуем найти. Да фиг ты там найдешь. Наверное, 16-21. Не дадут. Да? 15-20 максимум. Ну ладно. Рафаэль, так, так, так. И крысиный король. Ой, ребята, на улице 24 градуса. Жарище. Для нас это жарище. Потому что ветерка нету. Ни малейшего ветерка. Когда у нас нет ветерка, то это, ребята, полная труба. Полнейшая труба. Духотища такая невыносимая. Даже никуда не хочется идти. Просто сидишь, как пельмень дома. Вареный, раскисший. Так, ну что у нас? 40-я позиция. Мне интересно, мы с тобой вот сможем все-таки запрыгнуть? Нет, видимо, не сможем, потому что у нас уже тю-тю. Раз, два, три. Три бойца остается. Так, как всегда, ребят, это единовременная загрузка, ошибка это. Причем она может в любом месте выскочить. В любом переходе. Ладно, давай. Делов-то на копейку. Ну и остается у нас с тобой что-то, маузеры. Даже думать не стоит ни о чем. Лига Сёгунов, 3 звезды. 99-я позиция. 3 поединка. Ну да, ребят, нам не удалось сегодня, к сожалению, взять Лигу Мастеров. Но я тебе скажу следующее. У нас и так, ребята, слишком часто уже это было. Потом войдет в привычку. Тяжело будет отвыкать. Так что пускай все идет, как говорится, своим чередом. Ну что, друзья, здесь мы тоже с вами отыграли, отбили, как говорится, каточку. И получаем с тобой 84-ю позицию.
Так, здесь забрали награду. Проходим с тобой серию испытаний. Давай, наверное, вот здесь вот пробежимся. Раз, два, три, четыре, пять. Такой командой развратить этот улей придется нам. Так, ну что, Ванюша с грибами. Ну-ка, давай бомбочку туда. Оп. Что-то как-то фиговенько бомбочка сработала. Да ладно, Ваня, ты завязывай. Что такой тугой-то, а? Да ну серьезно. Сейчас еще... А, я думал, сейчас пулеметную дробь сделает. Так, переходим с тобой на последнюю волну. Носорог, пиццелицей, змейковьюн. В общем, вся эта шушера здесь стоит и ждет нас. Ну давай. Зачем тройной удар на змейковьюна тратить? Я не понимаю, мне надо было кого-нибудь другого бомбить-то. Ну так я сделаю и... Лучше, наверное, мы, я думаю, пробьем их. Фиг там, мы их пробили. Но то, что вот у нас броня висит, что Донателло это делает, это, конечно, ребят, круто. То есть он на нас вешает броню и дополнительную защиту. Шикарно. Отлично просто. Ну что, друзья мои, прошел я здесь, забираем с тобой награды. Дальше нам... Дальше у нас все просто. Да и потом. Так, мы с тобой прокачали в прошлой серии, по-моему, нашего Донателло видения, да? Угу. Теперь мы с тобой... Так, где он у нас? Теперь у нас идет Леонардо. Из той же категории Леонардо видения. Так, давай-ка мы... 14 кружек. Подожди, а у нас тут... Ага, понял. Все хватает, не хватает только мутагена, да? Ну давай. Там сколько надо было? 12 кружек, да? Так, вторая. Третья. Наверное, все-таки да. Да-да-да. А мы сейчас... Блин, а если я потрачу туда, у меня уже не будет возможности тогда прапаться. Так, 4, 5, 4, 5. Это шестая получается, да? Седьмая, восьмая, девятая, десятая. Так, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая и последнюю. Все. Все, ребят, 14 кружек я нашел. Блин, и апнуться хочется, и новый уровень. Ладно, ребят, я сделал, наверное, вот так вот. Зато в следующей серии мы с тобой до 6-й ступени прокачаем, ребята. Опасная тыква. Задание-то главное мы с тобой сделали, все. Забираем здесь награду. Заходим в магазин, забираем с тобой бесплатно пак. Так, с Леонардо которым, да? Угу. Что у нас там за испытание-то? О, друзья мои, супер шреддер разыгрываться будет, я вам советую его. Так, а это у нас кто? Это у нас, ребята, Кунаичи. Ну, вы видели, что девчуля неплохая, в принципе. Если Эйприл, просто Эйприл, это фигня, ребят. А вот именно Кунаичи, это Кунаичи. Хм. Так, ну что, ребят, как-то вот так вот быстренько, коротенько мы с вами сегодня и поиграли. Больше у нас, к сожалению, а когда-то я помню, вот эти сюрикены копил, чтобы тратить. Сейчас у меня их сколько там? 2 миллиона, ну 2,5 миллиона, считай, сюрикенов. Трэш. Ладно, друзья мои, на сегодня будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.